Welcome to Bowden SF. Только что заказали, кстати, принимают на работу. Заказали два бургера и идем искать место. Слева, смотри, какая черепашка. Good morning! Привет! Вы на канале Леонардо. Ты устал или просыпаешься еще? Нет. The American Boy. Где мы сегодня? Куда мы пришли? Мы пришли кушать. Кушать, правильно. Как называется магазин? Bowden SF. Скажи, Bowden SF. А кушать это? Скажи по-английски. We, мы, came. Черепашка. Кушать. Черепашка, да. Черепашка по-английски turtle. Скажи turtle. 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 We came to eat. У нас номер 43, идет мама с горячим чаем. Пошли туда, Сяня. Берем номер. Лео, бери номер. Take the number. Надо вставить на другую. Вот на тот столик. Сюда. Не, надо вставить, Анечка, на эту штучку, чтобы мы знали, куда принести. Лео, давай, install. Угу. Вставляем. Какой это номер? Нажимай. Какой это номер? Какие цифры, Лео? Какие цифры? 3-4. Наоборот, 4-3. И это большая цифра 43. 43. Скажи 43. Молодец. И бургер с салатом. Там что сказано было, было вот это что за? Итак, начинаем наш завтрак. Что, Лео, будет кушать? Вот это что? Всем привет, друзья. Наша маленькая семья вышла куда? На прогулку. По той причине, что дома ничего кушать нет. Да есть, можно найти? Нет, ничего нет, надо магазин. Просто решили сделать... Выходной. Вот это potato. Скажи, картошка это potato. А папа сэндвич горячий. Ну все. Горячий, да? Приступаем. Лео, что это мы намазали? Что это? Что мы намазали? Это не знаю. Вот, намазали, смотри, вот. Ты только что называл хорошим словом. Что это? Это... Это? Это муравенье. Муравенье? Не знаю. Не знаешь, но я тебя сейчас научу. Это слово варенье. Скажи варенье. Варенье. Варенье это джем. Скажи джем. Джем. Пусти, берешь вилочку, макаешь картошечку, like this, и кушаешь. Смотри, как классно. И вот разобрали бургер по кусочкам. И что мы здесь видим? Томейро, мясо, салат. А где авокадо? Съели? А вон и кусочек авокадо лежит. Все-таки ранч это вещь. Все, пришло время со всеми попрощаться. Забивай свой стаканчик и скажи всем бай-бай. Помаши ручкой. Подписывайтесь на наш канал. Учим английский вместе. И ставьте лайк. Бай.
железный звон кольчуги, под железный звон кольчуги, на коня верхом садясь.